Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Бегство Давида. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей и злословил его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авесалома, сына твоего, и вот ты в беде, ибо ты кровопийца». И сказал Авеса, сын Саруина, царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь: «Что мне и вам, сыны Саруины? Оставьте его, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авесе и всем слугам своим: «Вот, если мой сын, который вышел из чресла моих, ищет души моей, тем больше сын вениамитянина. Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». И шел Давид и люди его своим путем, а Симей шел по окраине горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.